У остановки 38-я школа в 3 часа ночи трое неизвестных проникли в продовольственный магазин «Нинок». Они вынесли из него игровой автомат. Торговая точка закрывается в 10 вечера. Ночью стеклянные двери защищают опущенные рольставни, как на окнах. Преступники сорвали их так, что защитная штора распалась на части. Над входом осталось висеть лишь несколько сегментов. Внутри в одном из подсобных помещений находился владелец магазина. Семейное предприятие не сдается под охрану сигнализации, сторожить его ночью остается кто-нибудь из родственников. На время нападения выпал черед самого хозяина. Он услышал шум и выглянул в торговый зал из подсобного помещения. Противостоять троим преступникам, лица которых скрывали медицинские маски, он не мог. Преступники вынесли терминал, погрузили его в белый микроавтобус и умчали на нем в направлении улицы Бойко-Павлова. Приметы потерпевший мог дать самые общие. Возраст нападавших он оценил лет в 20-25. Все трое были одеты в черные куртки. Больше из одежды мужчина не успел ничего разглядеть. Госномер автомобиля, который запомнил заявитель, в полицейской базе данных не значится вовсе. Был объявлен план перехват, однако ни одному патрульному экипажу похожая машина на глаза не попалась. Отыскать владельца нелегального игрового автомата полицейским удалось лишь к обеду следующего дня. Заявленный ущерб 40 тысяч рублей. Это стоимость самого терминала, он был сломан и наличных в нем не имелось. С места происшествия Надежда Томченко и Павел Рогатин.